Сегодня вы попали в Московский детский театр марионеток. И главное действующее лицо здесь – кукла-марионетка. Нам нужен дом! Вот, и мы его с вами построим! Как, подождите, а вы еще не были на нашем спектакле? Приходите же скорее! И когда папа и мама попадают на спектакль... Папа Алексей, привет! Я Наф-Наф. И здесь уже не важно, ребенок или папа, или мама, или бабушка, или дедушка. Все попадают в сказку. У тебя ничего не получится, я съем! Все равно добро всегда победит зло. Закончилось прекрасно, да? Наконец-то я подружился с поросятами. Я очень устал, я не могу. Я был строителем, я очень много работал. А сегодня было много детей. Они нам помогали во всем. Потому что дружба – это главное! Дружба – это главное. И в игре, и в деле. Лишь на дружбе. Да, на дружбе держится весь мир. Все у нас получится, что бы мы ни делали. Если только вместе будем мы. Дружба – это главное. И в игре, и в деле. Лишь на дружбе, да, на дружбе держится весь мир. Все у нас получится, что бы мы ни делали. Если только вместе будем мы. Если только вместе будем мы. Вместе будем мы. Если есть вера, любовь, мы можем осуществить все, что мы хотим. Все, ребята, за работу. Все по местам, пожалуйста, по местам. Ну что вы еще там-то? Вы почему еще не здесь? У нас на спектакле. Приходите скорее к нам. У нас очень весело. Мы вас ждем. Все так хорошо закончилось, правда? Дружба – это главное.